Костя, я сейчас буду показывать мастер-класс. Давай. Угадай мою позицию. В центре? Да, я шучу. Ну, на это ты поедешь, вот сюда. Только не тыкай. Квадрат. Бля. Ну, я угадала? Нет. Как нет? Чуть правей. А, стоп. Или угадала? А, нет, угадала. Это я тупое создание. Не разобрался там в карте. Там в какую-то дырку нужно залезть. О, я сейчас туда и полезу, да? Отлично. Кстати, Валер, тут вопрос назрел. Какой? Вот, скажи, вот по-честному, ну, чисто так, чуть-чуть кринжатины завезем. Ну, вообще, 30 лет это милфа вообще, нет? Валера, извини, что беспокою, как там Ромка и Федька, чё-то вообще не видать, не слыхать. Спасибо, Рома. Федька в друзьях, вижу, очень редко заходит. Так, интересный вопрос. Ну, знаешь, кому как? Такой ответ. Так. Ну, с пивом, а тебе как? С пивом пойдет. Ага, вот так вот. А тебе, если ты не пьешь, как, что делать? Кофе накидаться. Растратка. Я поняла. Тогда мне вообще любая зайдет. Отлично, понял, принял. Хороший ответ. Так что не переживай. Просто кофе купи. Юра, спасибо. Рома, Федя, все с ними хорошо. С ними все отлично. Приветик, друг. Показываю один раз. Смотрите. Что это такое? Блин, куда вы едете? Уходите с этой позиции. Нет, ты в другую эту дырочку заехал. А, все-таки я был прав. Ну, все нормально. В дырку шарю. Тоже кринжатина навали чуть. Да, нормально. Кринж обзвод. Так, давай еще одну кринжовую фразу. Ты готова мою дырочку прикрыть? А то она сейчас будет кушать. Да. Отлично. Без проблем. Я готова прикрыть. Они пушат. Да, да. Дырка под угрозой. Ой, как я. Что-то рановато у тебя. Сидячий образ жизни. Они вот если ближе подъедут вот сюда, они тебя не будут щелкать? Все, сейчас полетят. Блин, не знаю. Да ладно. Пофиг. Думаю, тебе чуть ближе подкатить, может быть. Не, а я могу. А то их уже мало стало. Можешь подкатить. А то их сам хаваю, тебе не достанется. Опа, клиент. Блин, у тебя проблемы. Вернись обратно в центр, наверное. Ну, если я смогу. Они обалдели немножко. Да, смогла, и все норм. Все норм. We didn't penetrate llama. Нормально, это все. Ой, блин, какая же хорошая позиция. Сам себя хвалит, мне нравится. Не, я картодела хочу похвалить. Ой. Нормально. Блин, я не хотел.
Вазик, либо он хитро... Ладно. Перекривал у меня. Ну, неплохо, знаете ли. Это, конечно, да. Запомни эту дырку. Хорошо, записала себе. Сейчас весь чатик записал, просто дырку запомнили. Угу.